70 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Тюменской области. Общее число подтвержденных диагнозов за весь период в регионе – 902. Количество заболевших в стране продолжает расти. За сутки зафиксировано 10 899 новых случаев и 107 летальных исходов. Полностью выздоровели 3 711 человек. Общее число заболевших в России составляет 232 243. Умерли 2116 человек. На Ямале за сутки подтверждено еще 72 положительных теста, в Югре 45. Такие данные передает сайт штаба stopcoronavirus.rf.